Значит, выходите, пожалуйста. Яна Емельяна, Майя Воронова, выходите. Выйдите тоже, пожалуйста. Майя, выходите, да. Да ладно. И Даниил, тогда придется вам немножко подождать, потому что девушки у нас. Пожалуйста. Сейчас, Яна, вот в этот микрофон, и давай, ты говорил, одна минута. Давай. Попытка номер два. Душно на улице, а от солнца ли душно? От химии чувств и эмоций так душно. От дыма едкого жмуришься, глушишь разговоры смешные, чужие, плеером, противно до ужаса. Еще бы идти на ощупь, закрыть глаза. Надоело дрянь эта искусственная, где хоть что-нибудь натуральное. Пусть обычное, пусть банальное, а бывает ли банально натуральное? Ведь все естественно, непредсказуемо. Бежишь на край города от душного холода, забираешься на крышу здания недостроенного. Такое нередко в Санкт-Петербурге встречается. Слезы по капле стекают, куда-то кончаются. Слушаешь небо огромное, солнце высокое, ветер ласковый, улыбаешься. Решил поделиться со всеми радостью, спускаешься. Забыл про ступени, разбиваешься. Нашедшие тело его до сих пор удивляются. Разве самоубийцы, разбиваясь, улыбаются? А он нечаянно ведь, от нечаянной радости. Я на нее, спасибо.